кофта связана из пряжи Ернард Baby Cotton. Здесь 50% акрил, 50% хлопок. Цвет 452, благородный серый цвет. В 50 граммах 165 метров. Вязала я спицами. Кубики 2,5. Не фокусирует. Кубики 2,5 спицы. На эту кофточку у меня ушло. У меня остался вот этот вот моточек. У меня было полных 4 мотка. Ну, примерно 4,5 мотка у меня было. То есть, ну, 200 граммов ушло на эту кофточку. 200-220. Вязала на возраст 7 лет. Рост 122-128. Девочка худенькая. По параметрам я вам сейчас скажу. По линии спинки длина изделия 45 сантиметров. Регланная линия составляет 13,5 сантиметров. После того, как отделили рукава от тела, вот в этой части составляет в полуобхвате 31 сантиметр. По линии талии 33 в полуобхвате. Рукав составляет 41 сантиметр. Я начинаю вязание кофточки к юбке плиссе. Я набрала на спице кубики 2,5, 81 петлю и провязала резинкой. Здесь у меня сразу планочка, 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. Вот здесь уже сделана одна дырочка для пуговки. Далее я выполняю кетлевку. Я выполнила один ряд изнаночной, провязала вверх 3 лицевых ряда. По изнаночной стороне на другую спицу добрала петли и также связала 3 ряда лицевыми. Итак, подхватываем сначала с дальней спицы, теперь с первой спицы и провязываем изнаночной петелькой. С дальней, с ближней и провязываем изнаночной петелькой. Итак, провязываем до конца ряда. Провязала по изнаночной стороне. Здесь провязала изнаночные петли. И теперь буду распределять петли на спинку полочки и реглан. У меня 81 петля. 6 петель у меня на планку, по 8 петель на планочку. Регланная линия у меня будет стоять из 4 петель. На рукава по 8 петель и на спинку 21 петля. Я провязала 6 петель, это считая с кромочной. Дальше у меня еще 8 петель. И теперь у меня регланная линия, которая будет состоять из 4 петель. Так как у меня изделие будет связано в основном лицевой гладью, я буду делать акцент на регланных линиях и еще буду отделять линию талии у меня, потому что будет баска. Итак, эти петельки я разворачиваю, потому что я вяжу за заднюю стенку, поэтому я разворачиваю. Вот эти две петельки провязываю вместе за переднюю стенку, не снимаю, раз, накид. И еще раз провязываю 2 вместе. Снимаю. Вот сюда я повешу сейчас маркер. И теперь эти 2 петли провязываю за заднюю стенку. Также 2 вместе. Накид. 2 вместе.
Теперь 8 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять 2 петельки разворачиваем. Вяжу 2 вместе накид. Еще раз 2 вместе снимаю. Маркирочек. Теперь эти 2 петли за заднюю стенку. 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе. Теперь у меня 21 петля по спинке. Провязала 21 петлю. Регланная линия. Восемь петель рукава. И далее мы провязываем. У меня здесь 8 петель и 6 петель планки. Далее в изнаночном ряду провязываем все петли изнаночными. И накид в том числе тоже провязываем изнаночной петлей. Я сейчас здесь делаю петельку. Я провязала после изнаночной, которая меня отделяет от планочки, планочку. 3 петли, 2 накида. И далее еще 2 лицевые кромочные. Поворачиваю и теперь провязываю. Первую изнаночную провязываю, вторую изнаночную вот так перекидываю, чтобы мне распустить накид. В один его превращаю. Возвращаю назад изнаночную петлю, захватываю вместе с накидом и провязываю изнаночной. Немножко нужно подтянуть вот отверстие. И с лицевой стороны. Так вот. Для небольшой пуговки. Следующие ряды мы провязываем таким образом. Вот у нас маркер. Каждый раз до маркера мы не довязываем 2 петли. Эти 2 петли я разворачиваю. 2 вместе, накид. 2 вместе. Потом маркер не нужен будет. Будет и так видно эту регланную линию. То есть в изнаночном ряду мы провязываем все петли изнаночные, а регланные линии, то есть в каждом лицевом ряду. И здесь будет получаться очень красивая регланная линия. До маркера 2 петли каждый раз не довязываем. Мы вяжем с вами на ненужную высоту регланных линий, какая вам нужна. Не забываем делать отверстие для пуговиц через такое количество, опять же, как вы считаете нужным. Мы с вами встретимся, когда будем отделять рукава от тела. Я дошла до того момента, когда мне нужно вязать азиатский росток. От кетлевочки у меня получается реглан 15 сантиметров. Будет еще азиатский росток, поэтому мне достаточно. И я решила показать, как я вяжу азиатский росток. Я очень часто использую в своих изделиях. Заказала на Алиэкспресс вот такие заглушки, чтобы еще и не бремчало. Я отделила полочку и вот у меня спинка. Эту ниточку я не трогаю, я беру другую нить.
подлиннее оставим, чтобы потом этой иголочкой убрать. И присоединяю к спинке. Регланную линию я разделила напополам. 2 петли у меня пойдет в рукав, 2 петли в спинку. Присоединяю ниточку. Я ее сейчас здесь завяжу, чтобы она не болталась. Потом я легонечко это все развязываю и в иголочку, и потом вдеваю. Вот, все. И по спинке я сейчас буду провязывать лицевыми петлями до следующей регланной линии. Дошла до следующей регланной линии, провязывая. В первом ряду, когда мы вяжем по спинке, нужно провязать все петли лицевыми, чтобы вот здесь все красиво легло. Ну, а начиная уже со второго ряда, да, он у нас идет изнаночный, мы вяжем обратно поворотными рядами. Так, это вот сюда пока. Эту петельку мы снимаем и провязываем петли изнаночными. Все. Далее мы будем вязать только петли спинки на нужную вам высоту. Я буду вязать 3 сантиметра, скорее всего, росток, ну, чтобы углубить по передней части. То есть в зависимости от того, какой величины росток, настолько у нас углубится передняя часть, чтобы вот здесь, вот эта вот передняя часть, да, я вот так вот хочу, чтобы она углубилась, чтобы не было давления здесь на шее, но в принципе не будет, все будет хорошо, это же полухлопок, мягонькая. Но я предполагаю, что у меня будет 3 сантиметра, а далее уже будем соединять все в подрезы делать и там уже вязать до талии. Я провязала росток 3 сантиметра и вернулась в начало. Вот здесь ниточку я отрезала и надела эту же спицу в начало. Все, теперь я буду отделять тело от рукавов. Значит, провязываю сейчас вот до сюда. То есть вот эти 2 петли у меня пойдут в полочку. Петли рукава закрыла набросовую нить и, провязав петли по полочке, 10 петель набираю на подрез. Вот таким образом. Далее продолжаем вязать петли по спинке. Потом эту петельку подтянем, когда будем их убирать. И доходим по спинке здесь. Также набираем 10 петель подреза и рукава набросовую нить. Значит, после того, как мы это все сделаем, мы вяжем вниз до линии талии необходимую нам длину. Дальше у нас будет отделение, и мы еще с вами свяжем баску к этой кофточке. На данный момент я подошла к тому месту, когда мне нужно выделить как-то линию талии. Сколько это сантиметров? То есть уже учитывая росток, меряю по спинке. То есть это примерно 33 сантиметра. На этом расстоянии, так давайте еще от подрезов скажу. От подрезов я провязала 15 сантиметров от подрезов. Вот примерно на этом расстоянии мне нужно отделить, показать, выделить линию талии. Я решила, что у меня это будет мережка. У меня будет вот такая вот мережка. К
как она провязывается. Пропускаю 3 петли. Вот между 3 и 4 петлей ввожу спицу и вытягиваю ниточку. Далее провязываю первую петлю и следующие 2 петли провязываем вместе. Пропускаю 3 петли между 3 и 4, вытягиваю ниточку, далее провязываю петельку, следующую 2 петли вместе. И вот таким вот образом я провязываю весь лицевой ряд. Вот так вот получается. И теперь по изнанке мы провязываем изнаночные петельки вместе вот с этой вытянутой петелькой. Все петли изнаночными. И вот так вот у нас получается. Я думаю, это красивое отделение. Выделится, подчеркнется линия талии. Теперь нам нужно с вами добавить петель после вот этой вот отделения талии от баски, чтобы баска у нас была расклешенная. Ну, баска как бы, да, она имеет такой эффект. Волнистенький, да? Итак, я буду добавлять петли через каждые 3 петли. 1, 2, 3. Добавила. 1, 2, 3. Добавила. Итак, буду по всему ряду. Через каждые 3 петли добавлять петельку. Провязали 3 лицевых ряда в высоту и сделаем еще раз прибавки. Теперь мы уже будем выполнять прибавки через каждые 5 лицевых петель. Добавляем петельку, чтобы у нас была попышнее баска. И через каждые 5 петелек мы добавляем. Далее мы уже вяжем с вами на необходимую нам длину баски. Я сейчас не могу сказать. Но это примерно будет, наверное, сантиметров около 15. И уже в самом конце мы с вами вместе будем заканчивать изделие и посмотрим, что у нас получится. Кокетку я вязала, если от места прибавления, 12 сантиметров. Вот это второе прибавление, но... Я не скажу, что оно прям бросается в глаза, хотя мы знаем, что на хлопковой пряже, на полухлопковой заметно все сокращения и добавки. Но в процессе носки на это явно никто не обратит внимания. Так, теперь посмотрите, в конце я закончила 6 рядами платочной вязки. Теперь наша задача связать рукав. Я уже набрала, то есть я распустила то, что здесь я добирала, петли рукава. И по ростку и подрезу я добрала 18 петель у меня получилось. 18. Всего на спице сейчас 66. Я уже связала один рукав. Я делала плавные убавки. Да, вот. Вот убавки. Значит, сначала я делала убавки 4 раза. Вот 4 раза я делала в каждом 6 ряду. То есть через каждые 5 рядов провязала, сделала убавку.
А далее я уже стала делать больше через 10 рядов убавки. То есть, чтобы у меня было плавное убавление. И так я сделала. Ну, вот здесь у меня не 10, а через 8. А вот уже отсюда, вот это через 8 убавочка. 1-2 раза. И через 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Вот здесь я провязала 8, потому что у меня уже рукав заканчивался. 8 убавка. Потом еще один лицевой ряд. И в конце 4. Так, 8 рядов получается платочной вязки. Значит, как я делала убавки. После того, как мы добрали петли на спице, здесь у нас 18, я провязала 3 лицевых ряда. Следующий ряд мы вяжем и доходим вот до сюда, до этой вот части. Итак, вот я прошла по кругу, вот у нас реглан, и здесь я уже провязала одну петлю. Я провязываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вот эти две петельки я поворачиваю, вяжу 2 вместе, а эти две петли за переднюю стенку. Вот. И также у меня остается 7 петель. Это теперь у меня пойдут убавочки по рукаву. То есть я провязываю следующие 5 лицевых рядов. И делаю также убавки. 4 раза через 5 рядов. Далее 8. Один, два, три, четыре. Далее 8. А вот уже теперь 10. Один раз через 8. Показала, что большое расстояние. 8. Один раз и 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз через 10, через 8. Последнее закрытие. У меня получилось 44 петли в конце. 44 петли. Все, вяжем так рукав, оба рукава с плавным закрытием, и нам останется только отделка изделия. Оба рукавочка я довязала. Я говорила, что будет украшение. Все-таки кофта для девочки, и хочется, чтобы кофточке была какая-то изюминка, поэтому я взяла бусины и пришила их россыпью. Здесь есть бусинки помельче, есть бусинки покрупнее. И в хаотичном порядке просто их пришивала. Получилась эффектная кофточка для маленькой модницы. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Желаю вам новых творческих проектов. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.